Добрый вечер. Да, добрый вечер. А вы знаете, одной из самых обсуждаемых тем недели, ушедшей уже, можно назвать эскалацию секс-скандала в Америке после того, как Кевин Спейси заявил о своем камин-ауте. И у вас, как у главного гейборца страны, как вас спасибо, называют, спасибо, вас так называют, да, журналисты. Да. Есть какое-то мнение, почему, собственно, у нас-то в России камин-аут никто не совершает ни в кинематографе, ни в политике, и только мы обсуждаем американские скандалы. Что ж, у нас своего нету? Ничего в этом смысле. Это сложная история в связи с этим, поскольку с одной стороны, все, кто у нас известные гей-селебрити, в общем, они все и так уже как домашние, такие эльфы некие, знаете, домашние тролли. Что их обсуждать, и, собственно говоря, поют себе и поют. И слава богу, что наши певцы, какой бы ориентации они ни были, они почему-то, к счастью для нас и к несчастью для Запада, поют ртом. На Западе уже давно ртом никто не поет и не играет телом. Играют, извините меня, задница и передница и всем чем угодно. То есть вторичное возвысилось над первичным. Поэтому у нас, с одной стороны, нету общества долбанных феминисток-лесбиянок. Потому что вот закон о sexual harassment, который в Америке принят, это закон, который приняли сумасшедшие на всю голову лесбы, гомосеки, и левые. Вот. То есть харассмент — это сексуальное преследование. Да, да, да. Все три исчадия ада, вот, социалисты, гомосеки, лесбиянки, феминистки, да, они еще эко-веганы еще есть, да. Они все как бы вот на эту тему сосредоточены.